Уссурийском Бахчисарае задержали 4 последователей запрещенной в России террористической организации «Хизбут Тахрир». Об операции сообщила прокурор полуострова Наталья Поклонская. Против задержанных возбуждены уголовные дела об организации террористической деятельности и участии в ней. Идут обыски. В прокуратуре заявили, что главарь группировки вел среди жителей пропаганду, склонял их вступить в организацию, устраивал тайные собрания. Отмечу, с начала года в Крыму задержаны уже 6 последователей террористической «Хизбут Тахрир».